Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из сказки о рыбаке и рыбке. Читает Бабанина Варвара. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу. Старуха прила свою пряжу. Раз он закинул невод в море, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морской. В третий раз закинул невод, пришел невод с одной рыбкой. Непростою рыбкой, золотою. Как взмолится рыбка, голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море. Дорогой дам за себя откуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую в море и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе».